Доброго времени суток! В данном видеообзоре я расскажу вам об одноканальном микрофонном предусилителе компании Behringer Tube Ultra Gain MIG-200. Давайте подробно рассмотрим органы управления и коммутации данного устройства. На тыльной стороне устройства расположен входной канал, подразумевающий подключение посредством XLR-соединения и TRS-соединения. И выходной канал, выполненный по аналогичной схеме. Также рядом находится разъем для подключения внешнего блока питания, который идет в комплекте. На верхней панели устройства расположены регулятор уровня входящего сигнала, кнопка изменения громкости входящего сигнала на 20 дБ, кнопка включения фантомного питания, кнопка включения обрезного фильтра низких частот с фиксированной частотой 90 Гц, кнопка инвертирования фазы, 8-сегментный индикатор уровня входящего сигнала, а также клипирование и индикатор питания. Правее находится регулятор уровня выходящего сигнала и, наконец, самое интересное – ручка выбора пресетов процессора, эмулирующего работу различных предусилителей. Процессор несет в себе 16 пресетов, которые условно делятся на 4 категории. Категория Warm с 9 до 12, рекомендованная для придания сигналу характерной аналоговой теплоты. Далее следует категория Warm Plus Limiter с 12 до 3, рекомендованная для сигналов большой громкости, либо сигналов с большим количеством пиков, а также для придания звучанию аналоговой теплоты. Далее следует категория Limiter с 3 до 6, рекомендованная для работы исключительно с лимитер функцией прибора, без внесения аналогового окраса в сигнал. И последняя, Neutral категория, которая расположена в списке пресетов с 6 до 9, рекомендована для достижения нейтрального и естественного звучания без лампового окраса и лимитирования. Как мы видим, данный предусилитель является старшим братом прибора Tube Ultra Gain MIG-100 и отличается от него наличием процессора, эмулирующего работу различных предусилителей. Компактный конструктив данного устройства допускает как настольное использование в рамках домашней студии, так и напольное использование в рамках концертной деятельности. Всего доброго, смотрите наши видеообзоры на сайте popmusic.ru.